Наглость, помноженная на оптимизм. В Новой Москве влюбчивый преступник после изнасилования сфотографировался с жертвой и договорился даже о следующей встрече. Об этом в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала мать потерпевшей. Он взял мобильный телефон. Сначала, после того, как все это произошло, он сфотографировал себя и ее, ну, селфи сделал, скажем так. Потом сказал, что он ей отдаст телефон, но когда вот они дошли, она пошла домой, а он пошел не знаю куда, он сказал, что он ей телефон не отдаст, что он отдаст его только сегодня в 9 часов вечера на станции Кокушкина. Все произошло ночью в деревне Шарапово, когда несовершеннолетняя шла домой от станции. Мужчина догнал девушку, попытался заговорить, но школьница не обратила на него внимания. Тогда преступник напал, дотащил жертву до берега реки и там изнасиловал. А после проводил до дома и заявил, что хочет снова встретиться. Забрал у девушки телефон и пообещал вернуть, если она придет на свидание. Мать несовершеннолетней уже обратилась в полицию, сейчас мужчину ищут, но вот доказать его вину, оказывается, будет достаточно сложно. Действительно, невротическое расстройство, с чем оно связано, здесь можно только гадать. Это может быть и какие-то патологии мозга, и свежий инсульт, или склад характера. В подобной ситуации крайне сложно доказать сам факт насилия, да, где была какая-то обоюдная договоренность.